Друзья, всем привет. Так, продолжаем. Так, Харюк уснул. Мы пойдем искать ирванца нашего. Трехъярусные. Как туда завозится-то? Даже лестницы нет, блин. Они узкие-то. Если повернется, то он шмякнется и бах. Шея ломает, готов. Здесь также. Так, ладно, это значит. Спальни типа. Все, сейчас здесь. Так, здесь. Ага. Монтеры что-то делают. Нам сюда, значит. О, слепило. Погода ясная, бинокль с собой. 100 лет назад у нас не было бы проблем. А сегодня ослеп. Куда плывем? Гребаные китайцы. Мы не уверены, что вот Китай. Хочешь поспорить? Мы же в Китае были. 100 баксов, что это? Че, это рядышком плаваем. Пост 6. Что у вас? Через ничего. Сплетни собирает. А здесь не пройдем, да? Ты бы сподвинешься. Кто с ним подвигается? Вполне в состоянии ориентироваться, как в старые добрые времена. Где киты, где дельфины, где кто? Чего, где живется? Работайте дальше. Я не говорил со своими с тех пор. Парочка фрегатов. Ладно. Просьба всем, кто говорит или понимает по-китайски, доложить об этом своему начальству. Но... А мы не хотим долаживать. У нас другая забота, ну, здесь. Же. О, что пацаны здесь делать? Бухаете, что ли? Сержант, а что меня не позволили? Не в проворот. Тревор, идите с парнями к генераторам ВЛ-4. Ну, ладно, простой. Бухайте дальше. Вы должны осмотреть основные подводящие трубы и ясно? О. Затем нужно кто-то здесь обоссался. Потоп местный. Пауэрс. Этим займитесь. Так, где этот наш Нига за... О. Ты что, ты считаешься уже податый, что ли? Ну, покажи глаза. Голову не сразу. Взрывы опасны. Жалко, нас не записали, я бы так стрельнул. О, местная столовка. Ты бы держал ирландца на поводке? Вы, клоуны, притащили на борт целую сука, прорву по народа хочешь и получить? Превратили нас в убежище для тех, от кого мы должны держаться подальше. Они же враги. Все, сидеть бы молчать. Хотя, наверное, вскоре они проблемы на Титане. Будет отвечать вам за это не придется. Какой гроз. Этот отсек вон там. О, местная рожа. Дрова. Ты ирландца не видел? Ее муж заговорил. Но, возможно, травма головы у него серьезнее, чем... Ну, что, выжил, что ли? После снайперки такого выстрела, вы там в легкое или куда попало, или в плечо, что ли? Мне очень жаль. Пустите меня. О, еще одна рожа знакомая. Кто здесь Хана главный? Монтана. Не могли привет бы вы отойти, мэм? Че, переоделась? Она сами, пропустите ее в салаке. Толкай сегодня. Дай полюбоваться Ханой. Ка, пошла. Ну, проходи ты быстрее, я тоже хочу. Надо сделать томографию, у него может быть кровоизлияние в мозг. Это невозможно. Большая часть нашего оборудования отключилась из-за импульса. Мы планируем встретиться с Титаном, после чего можно воспользоваться это... их техникой. А в обтяжке ничего не было. Я буду наблюдать за вашим мужем, мэм. Я останусь с ним. Расскажите. У меня есть медподготовка. Как служится? Хорошо. Ты негр? Я буду рада любой негр помощи. Или белый? Да, нехорошо, что он без сознания. Тебя ирландец искал. Кажется, он на нижней палубе для техники. На вы с ним еще не помирились? А мы что, ссорились, что ли? У нас что, серьезные отношения, что ли? Так, нет, пун, значит, здесь, да? Что, может, плохо, да? Это все, блин, глупо. Ну, че, крепись, крепись. Если адмирал сейчас рванулся чем-то, да? Меньше жрать на китайскую лапшу, бля. Мы погибнем и глазом не так, могли. Где? Надеюсь, что все не так плохо, как кажется. А, во. Давай, давай, ковыляй, ковыляй. Когда доберемся до Титана, понятно, будем знать наверняка. Наша авиатехника. А где истребители? Так, стоп, жди меня. Давай, открывай ли мне? Сам откроешь? Нет? Ну ладно. Ирландец хороший парень, но лично ввязывает нас в эти передряги. Не знаю, может, я после дам высказаться, но
член подразделения не должен действовать вопреки решениям командира. Это плохо влияет на сплоченность. Но с другой стороны... Да ладно ты чем, для детей спасно. Да? Ты, блядь, лечишь, лекции читаешь свои. О чем это я вообще? Вот именно о чем это ты. Если уж на то пошло, решать должен был ты, а не ирландец. Мы решили спасти все это, забудь. Так, где ты здесь? А, вот он. Эй, ирландец! Вот, где тебя здесь, блядь? Что там у тебя, яблоко, что ли? Эй, как дела? Вот, возьми. Это что, китайское яблоко, что ли? Здоровый такой. Че, нигер, расскажешь? У нас 396 выживших. В основном женщины и дети. 400 почти. Мы сделали доброе дело. Ага. Че, отвезем на берег, высадим, и нормально все. Давайте без этой чушки, что они враги. Нет, конечно нет. Но это не тебе было решать. Дан передал командованию Рекеру. Совки маньяк. Что важнее? Поступить правильно или соблюсти правила? Знаешь, что обсудим это наверху. Будут проблемы, я отвечу перед Гаррисоном. Да не будешь ты отвечать, а вот командир будет. Я что ли буду отвечать? Ага, мечтайте, блин. Так, ты че здесь? Охраняешь, да? До 400 беженцев. Ну ладно, охраняем, а ты не приставай никому. Если Гаррисон так, опять злится, пусть тебе злится. А мы сделали все правильно. Тебе надо придумать объяснение получше. Так, ну, по следам. Первая, вторая пошла. И мы пойдем. Так, что, закрыли что? Автоматика. Так, куда, братки, идем? Что такое? Тревога! Опа, опа, быстрее, быстрее, пацаны! Эй, салаги! Что случилось? Кто так? Пропустите! Это же Матерь авианосец! Смотрите! Будьте проклят! Или нет? Вроде похоже здоровый авианосец, значит, да, он самолет-то. А кто ему так? Потрепал. Могильщик! Ну? Где, блядь, могильщик? Да сам ты, блядь. Сержант Рекер, берите своих людей и за мной. Его вами, подбили-то. Ну же, Рекер. Так он же тебя стануть же будет. А что, покажет, как он топит. Вот это да. Что, китайцы или русские обманули вот так? Часы на Титане Сикс. Мне нужно видеть, что происходит на борту, прежде чем он уйдет на дно. Ну, а игру-то не будет. Здесь действует множество факторов. Мы не знаем, кто их напал, сейчас отправят на него, значит, там что-то. Никакие сюрпризы нам не нужны. Могильщик вас не подведет. Сержант Рекер, командование берет на себя агент Ковик. Подчиняйтесь его приказам, как моим. Разрешите обратиться. Но капитан сержант Рекер... Это не обсуждается, ирландец. Подчиняйтесь своему командиру. Ты кто такой? Если кто выжил, то место для них я найду. Валькирия займет оборонительную позицию в километре к востоку от Титана. Старик Котабуч. Агент Ковик, забирайте свой отряд. Ну что, тебе подчиняться будем, что ли? На Титане мы будем искать информацию и выживших. Берите я оружие и командир. На старика подчиняться. Так, что, вооружаемся, значит. Так, ну раз идем на корабль, то там, думаю, ближний бой будет само то. А что бы нам взять? Так, урон. Меньше. Спас. Это Сайга. А где Юсас? А, вот он. А, у него урон там. А что такой урон у него маленький здесь? Мультипыры, то побольше. Эту бордуру что взять? Так, 15, 14, 9. Ладно, ее возьмем. 15 снарядов. Патрончиков там. Так, и нам там, что, снайперка, думаю, не нужна. Ну, что-то такое скорострельное, что-нибудь. Так, печенек. Ну, у него прицел, блин, херовый. 3 на 4, не. Поменьше прицел был бы, можно было. С таким прицелом это вообще. Так, винтовки нам не нужны здесь. Либо карабин, либо автомат. Так, а что с карабином-то у нас здесь? М4. У меня мушка вообще, даже прицела нету.
это, значит, автомат возьмем какой-нибудь. Со Скаром мы уже постреляли. Ладно. Нормально все. Что там? О. Так. Я приготовил надувной катер. Идите. Прицел нормально сойдет. Да ладно тебе, ирландец. Так, а что сумки тут брать? Что? Че, не берете? Ну ладно. Торопитесь, Мурпень. Время наш работает не на нас. Сержант Рейкер, за штурвал. А, в авианосе же, блин. Титан, блин. Титан подбили, блин. Где завозится? Мы не знаем, что именно случилось, Мурпень. Но это наш шанс пройти свет на ситуацию. Смотрите, не облажайтесь. Так, все залезли. Понимаю, агент. Старичок залез. Он не за руль. Тут дело далеко не только в Балтии. Ну, качает. Так, навигатор работает. Поворотники работают. А меня чуть сюда не определили. Только на сопровождение. Сколько примерно времени, прежде чем он пойдет ко дну? Достаточно. Мы себя видим. Затылок. Титан, херовина здоровая. Расслабься. Ну да, авианосец, блин, здоровый у него. Летающие рыбы. Мы отправляемся в неведомое. Чем наслаждаться? Ирландец, хватит! Вы делаете свою работу. Летели, а я буду, блядь, командовать, ясно? Ага. Да-да-да-да-да. Блядь по ним. Рыбалочка. Повтори, Морпяк. Наслаждаюсь поездкой. Эти рыбки прикольно водку залетают. Если на пути, ну. То есть мы у них по пути, если будем. Пропасти глубиной более 4 километров. Корабль, может... Я никого не вижу! Блять, а где экипаж? Вертушка-то наша. Господи, она тонет! Глазам понятно, тонет. Корабль же подбитый, блядь. Чё, тут пауч? Куда нам идти? Как мы попадем внутрь? Здесь. Поплыли вокруг него. А мужчина. Ищите пробоину в космосе или что-то в этом роде. Вертуша-то. Сюда! Сейчас, сколько лет она давайте делает? В дыру! Китайская противокорабельная ракета. О, почти нормально. Титан был вне так зоны все, эвакуация. На нем сохранились неизвестные нам записи данных, все, охватывающие несколько часов. Вот почему вы здесь. Все, нам лучше нормально поторопиться. Давай продвигаться. Окей. Так, ползком, да? Какая пизрядка-то у нас. Так, здесь замоков не будет всяких? Местечко как раз для них. Обитель замок. Вот чёрт! Так, ну, двигатель. На тот случай, если эта штука перевернется. Когда-нибудь он с рифа соскользнет. И когда это случится, нам лучше быть в другом месте. С регистратором это, да, данных. Золотые слова. Что-то не звучит так, как план отхода, не? Ну туда, да. Будьте осторожны. Мы на палубе С и направляемся к центральному посту живучести. Ищем люк G46. Он приведет нас внутрь. С или D46? Хорошо. Где это? Тут открыто. C46, вот. Вот люк! Рекер нашел! Ну? Дай-ка я напрягли, помогу тебе. Напрягли свои пупки. Раз, два, взяли. Молодцы. Ага, затопило сюда уже. Умеешь, а? Морпех. Мы так, доплывем до средней палубы есть. И вынырнем уже выше уровня аппарат моря. Аппарат есть. Приготовиться. Нормально. Первый пошел. Второй пошел. Ты слышал, что этот мудак сказал? Прыгай. Так, третий пошел. Я пошел. Надеюсь, пацаны уже плавают. То есть отплавали свое. Да, бедняга. Еще есть. Ты
Тихо. Башкой не стукнись. Тут кто-то стучит. СОС, что ли? Ну, повторите. Вроде СОС был. Да. Выжившие есть, значит. Да пойди давай ты. Вот и дверь притиснуться. Куда-то вперед, блин. Тихо, вот так рвануто, блин. Здесь подниматься-то. Вот здесь вроде, да? Ага. Промокли, блин. Послушайте, выжившие? Может, механический звук. Нужно идти. Уровень воды быстро поднимается. Ну что, готовы? Ты можешь, что готовы. Ли? Девчонки, вперед! Они близко. Звук идет откуда-то спереди. Где же? Сэр, кажется, это сигнал СОС. Кому-то, видимо, нужна помощь. Я этого не знаю, сержант. Наша задача не только гребаная разведка, но и поиск выживших. Сейчас ни время и ни место. Пойми, сержант! Так, тупик. А не какая-то гребаная горстка. Даже горстка важна. Мы не вы. Пошли дальше. Ага. Его кто-то производит. Открываем. Кто там у нас? Машинное отделение. Ничего себе. Очкуешь, да? Весь этаж затоплен. Черт. Кажется, вода поднимается. Найдите путь. Наша задача забрать данные, прежде чем корабль пойдет ко дну. Вот, бля. Тут льет, не переставай. Да, здесь поливают уже. Они по другую сторону двери. Быстро. Да, кого-то слышно там. Здесь! Эй, есть кто-то живой? Вода прибывает! Вы должны нам помочь! Это единственный выход! Охереть, их там вообще... Не волнуйтесь, мы вас вытащим. Отойди, Морпех. Вообще поднимается хоть. Выйдите ее! Они, считай, мертвы. Пошли! Черт, нас два! Мы их не оставим! Да ты сказывал близоком, мы справились бы минут за 9, а вода прибывает. Мы бы вытащили уже трупы! Оставляем их здесь, это приказ, ты слышал слова Гаррисона? Оставляем. Да пошел ты! Держитесь, ребята! Нет, Ирландец, нет! О. Тихо. Отдай! Черт, Ирландец, успокойся! Не хватило. Ничего не хватило. Ирландец, ты, конечно, успокойся, блядь. Ну. А что, оставляем их? Я ему устрою. Он у меня получит. Давай, успокойся. Рэгер, нужно идти. Эй, нас заперли здесь. Не оставляйте меня, я не хочу тут умереть. Кто вас запер? Нас заперли здесь, а потом оставили. Не знаю почему. Че здесь нету, блин? Дали по кораблю ракеты, а потом поднялись на борт? Гранату кинули его сюда, вообще добавок. Рэгер, пойдем. Взорвало бы здесь все. Эй, я не хочу здесь умереть. Нет, пацаны, прошу вас, мы... передайте моей маме. Передайте ей! Я не могу вот так умереть! Я не могу вот так умереть! Я не могу ничего сделать. Все, хана. Да, бля. Где вам? Кто их там запер там, блин? Давайте заканчивать. Через пару минут он пойдет ко дну. Да, тоже поскорее свалит, либо мы так же. Та же участь нас ждет. Так, что здесь? Вот мы за эти пошли, да? За данными. Черный ящик, типа. Куда, блин, хватаешь, сука? Теперь валим нахер с этой рухлини. Как раз, блять, вовремя. Назад, на Валькирию. Я слышу голоса. Голоса? Вот, снимаем их по твоему сигналу, Рек. Давайте в путь. Кто-то есть там. Ой! Ну, тихо. Чё встали-то, блин? Стрелком!
свечу тащи. Я не понимаю, бушку свою. Толкайтесь. Что-то быстро патроны закончились. Сейчас рванет. Осталось еще. Кто-то не остался, где он? Веду огонь! Вперед, вперед! Валим отсюда! Бегом! А на чем у меня патроны-то закончились? Так быстро-то. Никита, что, тонешь, что ли? Врачим. Пусть он тунет. Попался. Я не сломался. Вот полетел. Так, по идее, он сейчас должен упасть назад. Ну, один, да? Есть. Не сломали. У нас контакт. Где? Осторожно. Сохраняем спокойствие. Блин, я с дробовиком здесь. Потом нет, конечно. Есть. Внимание, на подходе противник. Ну, давайте работать, я вам приказы давать того. Подожди. Понял, начинаем стрел. Дальний ствол дробовик. Кто это сделал? Ой, еще тут китаец что-то взрывает. Скоростно взрывает. Понял, начинаем отстрел! Точно. Бой взял. Где это? Сучка сидит здесь. О! Только не на нас, только не на нас. Еще один. Вот это. На нас поедет. Смотри. Ты че, блин? Спрячемся. Спрятался, блин. Кроме Нади, тут тоже оттуда спрятался. Так, ну ладно, сейчас будем сходить с патронами. Блин, взял дробовик, блин. С патронами, блин, не считался. А вот патроны здесь есть. Накрываем их. Внимание! На подходе противник! Так, смелый. Так, нет, это дробовик. Тихо. На... ЮМП 25 патронов, о, жесть. Ладно, возьмем эту ямочку. Попробовал. Они пытаются.
там столб. Эй, гранаты. Ой-ой-ой. Бочка. Пошли. Что, гранаты? Да ну, блин. Надо прикрывать его, чё, где бегать? Брешь, кто там скидает, стреляет. С той стороны, блядь. Которого не можно убить, блядь. Вообще. Замыкались, блядь. О, тут. Накрыло нашим подбитым. Так, нам разворачиваем. Сюда охвата. Кто здесь стреляет? Кость. Второй. Прошёмся. Волна. А можно подбить корабль? Все. Как-то еле-еле катится.
разгоняйся. Я думаю, куда вообще? Корабль был? Вот тут. Вообще, это наш. Или не адрес, а это же наш. Ладно, плывем, пока плывется. Приплывем. А вернулся на Маркирию. А где она? Ее даже не видно на горизонте. Или что-то она есть в Маркирии наша. Маленькая такая что. Так, что, утонул, да, значит? Дайте пытаюсь подняться на борт. Ну, одна Валькирия осталась. Это самолет это, ну, блядь, вражеская вертушка. Так, вертушка. Мы у этого мудака на прицеле. Могу избить? Нет, так, так, так. Фига, куда ты гонишь-то? Пусть его, блядь. Не вижу. А, жесть. А че на ракета не наводилась-то? Так, что все заново лет? Блять, вражеская вертушка. Ну-ка, наводись. У этого мудака на прицеле. Далеко упали, упали. Тихо, волнами шатает нас. Падай, птенчик. Падай с крыши. Все, готов. Так, Валькирия, все чисто. Колодезная палуба открыта. О чем думает Гаррисон? Это не Гаррисон. Нам нужно внутрь, сейчас же. Сейчас заедемся, а тут открыто. Паркуемся сейчас. Держись! Эти мудаки закрыли ворота. Типа припарковались. Да, он нормальный. Всем внимание. Ну, как? Нормально? Они захватывают наш дом. Опа. Они на Валькирию. Пока мы там были, они сюда прибежали. Прикурили, то есть. Вот негодяй. Да что ты сел здесь? Малину испортил. Тихо, тихо. Ну да, блядь, девчонки, высовывайтесь, хорошо, нравится. Посижу, ну. Взяли нормально. А вот еще здесь. Да. Так, это наши. Они повсюду на корабле. Все, пацаны, нормально. Кучу не наложили здесь. Капитанский мостик замолчал. Молодцы, отбились так. А люди, здесь завал. Какие? Вроде китайцы. Да тут повсюду китайцы.
Китаец. Нужно добраться до мостика, быстро! Капитанскому мостику! Злые китайцы, значит. Осторожно, ясно, ребята. Ясно, ясно. Сейчас выкуривают их. Берем рамочку. Тихо, тихо. Собьешь. О, здесь еще. А, отлично, вот что нам надо. Стингер и так, это РПГшку мы возьмем. Стингер на воздушную. РПГ вот у нас. Так, здесь у нас вот эту М-ку поменять на 30. А, давайте ее. Посмотрим, посмотрим сейчас. Следи за вертолетом! Шесть прямо по курсу! Я! Нашли захвата цели! Стреляй! Ну, что стрельнули? Блин! А, их мешает эта херня. Берешься? Поворачивается. Попал. Отлично. Классный выстрел! Там еще и вертушки же были. Нам Боня идет. Так, ждите нас. Там тоже хута. Ну, в атаку все лежать. Куда, где, кто, где. Да, все-таки будет. Чпок. Ах ты. Бутанка. А, прячься. Веришь, что? Это же вертушка, должна дверь быть. Что вы делаете? Ну, я что, один душ не рашит, что ли? А, зажали. Блин, сели там и сидят куда-то. На. Помощнички. Ты атакуете, блядь, только на пороге больше, что ли? На, вашу атаку, блядь. Беспонтовую. Все самому надо делать. Все, блядь, давайте двигать. Сейчас. Хедшот. Еще хедшот. Где там? Поднажмем, блин. Зачистился, поднажмем.
А когда Симуль спадет под сущим? О, жесть. Открывай, Рекер! Да-да, без меня вы вообще здесь ничего не можете. Так, первая, вторая, третья пошла. Все пошли. Ханна в беде! Выносим дверь! Ну-ка, Ханна, оставь покой. Какого хрена, Пак, давай! По-соски. А, отлично. Нормально. Встал, да. А вы что, здесь доходяги, выбить не можете, что дверь? Чёртова дверь! Ирвались только на панике. Ханочка. Она это... дело знает. Где он, черт побери? В другом месте. Приказ Карсона. Что? И ты его оставила? Ему наплевать на меня, что я должна была делать. Драться с ним? Я держала оборону. Позвоните нам, что забрали? Спросите Гаррисона, где он. Он вас послушает. Боже, Ханна. Мужичка мостик ешь. Отрезан. Уходим отсюда. Могильщик, вперед. Я за вами. Полна сюрпризов, да, Ханна? Так, ну, компания у нас повеселистого. Конечно, я бы переоделся бы чему-то такое. Красивое. Давай, давай. Кто это сделал? Отличный! Нужно добраться на мостик. Можно на мой, Рэй! Ханна, укрытие! Рывками! Поняла, пап! Я отдал же приказ, но ну, давайте шквальный огонь. Маленько прыгнулся. Прям сейчас на самый сложный уровень, так что. Пересыпать. На корме чисто! Отлично. Прицел тут. Танский мостик наверху. Наша турелька работает. Они нашу варкилию разбомбили тут. Одному мне не справиться, Рейкер. Помоги мне. Давай. Так, ты пошел. У нас стингер же есть. Вражеский вертолет спит! Да-да! Валькирии шутки блоки! Воздушная атака! О нет! Страх, смотри! Бейте их, пока они не высадили бойцов! Стоп, где? Не дайте этим ублюдкам добраться до капитанского мостика! Ковик! Откуси. Минус один! Вражеская вертушка! Отлично, можно сержант! Сломать. Чудом пронесло! Ну как чудом? Так, а с АПГшки мы собьем, нет? Транспорты! Бейте их, пока они не высадили бойцов! Да все, вроде, что где еще? Стой, не улетай. Отлично. Так, еще кто есть? Чисто, на корме это чисто. Был последний. А, отлично. Как он? Кстати, не могу. Как то? А, ничего плохо? О, так его серьезно задело, что ли? Твою мать! Плохи дела. Да, я вижу, что плохи дела, раз встать даже не может. Так, черный ящик. Коды знает Гаррисон. Так, Гаррисона мы еще не нашли. С ним должен быть этот китаец. Кольнули, да, значит. Смотри, чтобы он выжил. Скажите Гаррисону, что он должен ей доверять. Спасибо. Рекер!
Трекер! Все начинают трясти. Теперь ты главный! Идите! Идите! Пошли. Мышь сокращается, сердце останавливается. Я пойду первым. Все, выживу. Умер наш командир. Теперь опять мы командиром стали. Давай, отправляйся на мостик и ищем Гаррисона. Или себе заберешь. А вот, позову. Похоже, ты снова командуешь. Да-да, я тоже. Черт. Мы лезем, да? Ты не летит там больше. А где смерти? Война, война. Война без смерти не бывает. Так, что там? Так, отсыл не могу брать, ничего не могу, значит, еще пока есть рано. Да, бежим. Сюда. Вот мне, все нормально. Так. Там кто-то есть. Куда он достал? Кого? Блин, Тханна, блин. А, ты что здесь на коленке стала? Ты что хочешь нам сделать? Приятное, что ли? Ну-ка, отвернись, не смотри. А то она стесняется. Так, лестница тоща. Есть. Чисто, да? Чисто! О, пули. Чисто! Капитан Гаррисон, мост чист. Тайп китайский. Да, ну спецназ. О, Харрисон Форд, блин. Где агент Ковик? Он не выжил, сэр. А где китаец? Черт побери. Благодаря могильщику Валькирия все еще на плаву. Да, благодаря мне. Ее здорово потрепало. Ну, мы далеко, ну, от дома, можно? И во вражеской акватории. Конечно, стручку хана. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Да. Сержант Рекер, жду вашего отчета через 15 минут. Чё, в письменном виде или в устном? Есть! Ну чё, пацаны, нормально поработали. Спасли Валькирию от злых китайцев. Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего флота что-то осталось, то они теперь как слепые котята. Я понимаю серьезность ситуации. Разбомбили весь флот. Тем более нужно быть осторожнее. Включать ее в состав отряда. Нехило. Ирландцу это не понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляется с вами. Понятно. Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я оценю это, Пак. У вас явные задатки лидера. Хотя путь вам предстоит еще долго. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да. Приведите Рекера. Так, Рекер, слушайте меня внимательно. Наши последние ракеты должны быть использованы по назначению. Атакуйте аэродром. Следите за землей. Аэродром? Дайте сигнал, если увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше, на запад, через пролив. Вас понял, капитан, нет ничего проще. Так, Рекер, возможно, вы не выживете, как и многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. Да нет, я хочу выжить. До аэродрома постараемся там. Сигнальную ракету будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракету. Ханна, что ли, переоделась, что ли? Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. С нами пойдет. Ханна. Поплывет. Ну иди сюда, Ханночка. А там мы к ней идем. Прикольно, прикольно. Тебе шапочку дал поносить. Вперед, морпехи, вперед! Приказ капитана Ирландец. Куда это ты собралась? Я вызвалась добровольцем. А кто разрешил? Капитан Гаррисон, разговаривайте с ним. И вы все об этом знали? Вы китайский знаете, чё, сержант? Чем недовольны? Нормальная компания у нас. Чем? Я лишь хочу помочь. Вы же меня азиатская поддержите. Внешность. Все нормально. Чё? Китайский я массаж считаю, сделает. Это ужасная ошибка. От нее будут одни неприятности. Да, ну, брось. Чё, массажа не хочешь? Так, значит, мы сейчас идем на в атаку, да? Сейчас будет говорить капитан Гаррисон. Бойцам готовиться, значит.
Будем атаковать аэродром. Аэропорт. Я знаю, что мы устали. Все мы страдали. Теряли друзей, любимых. Пацаны по машинам. Сделаем так, чтобы это было не напрасно. Шторм не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя без боя. Мы пойдем на запад. Мы нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма. Аэродром или аэропорт? Обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Шлюзы закрыли. Что, в атаку? В бой идут одни пацаны. И одна девчонка. Погоним, друзья, мы в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Давай, всем Рейган, удачи. Заводи. Всем пока.